Всем привет и добро пожаловать на третий пост в блоге Билрайта. Сегодня мы рассмотрим, как завербовать вашего первого жителя деревни и все, что он может сделать, чтобы помочь вам строить, расти и завоевывать землю Карвании. Для начала давайте завербуем нашего первого жителя деревни. Вам понадобится достаточная известность, и вы можете добиться этого, строя определенные здания, выполняя задания или побеждая врагов. Это используется для того, чтобы убедить жителей ваших городов присоединиться к вам. У каждого из них будет свой уникальный набор атрибутов, которые могут варьироваться от боевых способностей, таких как владение одноручным или двуручным мечом, до ремесла и фермерства. Еще одним важным аспектом является учет их профессии. Это указывается под их именем при обращении к ним. В этом примере мы еще не освободили деревню, и уровень нашего доверия недостаточно высок, поэтому они не захотят присоединиться к нашему делу. Так что давай спросим другого жителя деревни. Как ты видишь, у нас достаточно известности и доверия, чтобы пригласить их присоединиться к нам. Теперь, когда мы наняли жителей деревни, они могут самостоятельно помогать нам в крафте и строительстве. Нажатие клавиши «Завершение» вызовет меню расчетов. Отсюда вы можете увидеть главный узел управления вашим производством. Первая вкладка, которую вы увидите, это раздел «Население», где вы можете ознакомиться с приоритетами работы. Далее, если мы нажмем на имя жителя деревни, вы увидите обзор конкретной информации об этом жителе, а также вкладки для просмотра атрибутов и текущего морального состояния. В этом случае они подвергаются негативному воздействию, потому что в вашем лагере им негде спать. Конечно, эти жители деревни могут помочь вам не только в крафте и сборе ресурсов. Если вы нажмете All, то сможете открыть вкладку «Армия». Здесь вы можете создать несколько отрядов и, нажав на кнопку «Плюс», добавить их в группу. Если ты выйдешь из главного меню, то теперь сможешь увидеть в правом верхнем углу текущие команды для этого устройства. И последнее, что нужно иметь в виду, у этих жителей деревни также есть инвентарь, похожий на наш. Отсюда вы можете снабдить их более мощным снаряжением или, возможно, дубинкой, в зависимости от их специализации. Это все, что у нас есть для этого поста в блоге. Мы встретимся с тобой в следующем фильме.